Анна Демірполат – сімейний системний психотерапевт, юнгіанський консультант, арт-терапевт, психолог проєкту Life Changer, що допомагає сім'ям, які опинилися в кризовому стані. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Будемо зараз говорити з вами про свої бажання, власне, що робити для того, щоб вони обов'язково здійснилися. І безпосередньо одразу згадується фільм «Сам вдома», коли хлопчик забажав залишитися зовсім самотнім, зовсім самим на Новий рік, і воно так, це бажання здійснилося. Тобто з бажаннями потрібно бути все ж таки дуже обережними, так вони здійснюються. Може бути таке? Да. Смотрите, в любом случае, да, люди ставят себе какие-то задачи, цели, они сбываются, но уровень, скажем так, исполнения наших желаний и достижения наших целей, и какие они вообще будут, да, эти желания, все это уже зависит от уровня нашей зрелости, то есть насколько мы по-взрослому относимся к нашим собственным желаниям. Да, то есть вот он загадал так по-детски, пофантазировал остаться дома, ну и попал в такой вот переполох, да, на самом деле. Такой вот, казалось ему, что это будет легко и все получится. Вот, собственно говоря, при загадывании желаний мы также должны подумать, да, то есть насколько мы готовы взять ответственность за то желание, которое мы себе загадываем. Хочу виллу на острове. Ну, если я не знаю, например, а вдруг, во-первых, там комары, там, да, змеи на том острове, раз, буду ли я там жить, да, или хочу жить у моря, например, да, то есть, или смогу ли я с этой, эту виллу как-то содержать, это же тоже нужно понимать, поэтому вот наша зрелость, готовность и вообще тот уровень даже, как исполняются желания, это тоже зависит, опять же, от нашей взрослости. Кстати, есть и очень серьезные научные факты вообще в этом плане, да, то есть, когда люди, именно те люди, которые как-то в каком-то смысле, да, понимают жизнь, разбираются в отношениях, исследуют жизнь, занимаются какими-то особенностями, может быть, коммуникации, опять же, достижения желаний. То есть есть люди, которые к этому относятся серьезно. Да, вот именно вот такие люди, они действительно двигаются в своем пути достаточно быстро. Ну, то есть они могут достигать своих желаний. Мы много слышим, да, вот только подумал, желание материализовалось. Я в этом плане не скажу, что полностью считаю, вот оно, да, там сбылось, но тем не менее, кто там смотрел фильм «Секрет», знает такие некоторые особенности функционирования нашего мозга и подсознания, что действительно, какие-то наши желания, они могут материализоваться, но для этого нужно время. Если так они быстро материализуются, ну, это, скорее всего, совпадение какое-то, да, то есть так. Ну, зазвичай, коли потрібно загадати якісь бажання, вона залишається лише декілька хвилин, то в голові стільки думок і не можеш зупинитися на одному якомусь тому ж самому бажанню. Його потрібно вже зараз обрати, чи ні? Нет, ви маєте в виду, наверное, желание, которое под ёлку загадывается, что ли, так быстренько записывается, потом бумажку сжечь и съесть, по-моему. Можна записати, сьогодні можна навіть записати, зі склянкою соку, наприклад, з'їсти те ж саме бажання. А просто, коли от падає зірка, так, наприклад, або от саме бій курантів, і хочеться щось дуже жити. Смотрите, на этом пути исполнения желаний, вот каждый раз проговаривание своих желаний, еще раз вспоминание, скажем так, памятование того, что мне ценно, это ценно. То есть в любом случае в движении к своим желаниям, тем более еще и сложно, в принципе, да, понять, вот какое оно конкретно будет, это желание, это тоже как-то не сразу все получается, да. Но вот именно из-за того, что человек делает постоянный выбор, да, то есть маленькие выборы, он маленькими шагами двигается к своим желаниям, опираясь на свои ошибки, пробы и ошибки, он будет получать желаемое, да. Поэтому я только за, вот когда различные там магические даже способы, потому что это еще раз напомнить себе, что я этого хочу. И кроме того, да, наш мозг, он же, вот у него есть такое свойство формировать нейронные связи. И, например, там, где было пусто, вашего желания еще не было, да, нейронной связи нет. И когда она там появляется, это, соответственно, у мозга есть такое, такое вот направление, да, научное исследование мозга и вообще психологии, раздела психологии, это психология творчества и воображения. Так вот, как бы, как, например, приходят вот эти гениальные идеи. То есть сначала человек очень много делает для того, чтобы что-то, ну, что-то было, да, он исследует, разную информацию собирает, что-то как бы
анализируют, делают какие-то выводы, да, все это потом, например, не приводит к какому-то решению или достижению желаемого, да, там лампочку никак не изобрету, например, mm-hmm. да, но это все потом откладывается, наш мозг так устроен, что это все уходит в подсознание, подсознание начинает выполнять свою работу, и в какой-то момент необходимо неопределенный лаг времени для того, чтобы это все было, скажем так, переварено нашим подсознанием и выдало нам какой-то вот оно результат, да, поэтому стараться, желать нужно, напоминать мозгу нужно. Еще такой интересный очень пример, вот на тренингах, когда я раньше их проводила много с молодежью, то давалось такое задание, например, одной группе людей дается задание, просто написано на этой бумажечке «идите», а второй группе дается задание «идите к конкретной цели». То есть им говорилось, нужно пройти туда-то и найдите там то-то. Да? И вот одна команда просто бродила по территории, да, а другая команда куда-то шла. И одна команда никак не могла понять, другая, которая бродила по территории, почему те бегают, да, а мы вот это вот бродим и ходим, идем. Да? То есть почему не туда пошли? И в результате, да, оказалось, что, что у одной команды была цель, а другой нету. И у них, естественно, быстрое движение, они не ходят, как будто не зная, чего они хотят. То есть вот таким образом наши желания, да, то есть это все-таки какие-то последовательные действия, ну и при этом, как бы, конечно, некое такое понимание, видение на самом деле, чего я хочу. Деле, чи да. можна розповідати про свої бажання? Бо пам'ятаючи практику свого дитинства, та коли розповідаєш батькам, що ти бажаєш, то воно чомусь здійснювалося завжди. А зараз чомусь, коли загадуєш те чи інше бажання, чуємо, що не можна розповідати. Ні. Ну, це, в принципі, від багатьох факторів залежить. Наприклад, есть такое сегодня такая идея, что если ты заявляешь в своей вселенной, да, про то, что ты чего-то там хочешь, и чем больше даже ты сказал это людям, да, тем больше, скажем, это показывает твою готовность на самом деле к этому желанию идти, да, что я не просто его желаю, да, что я тоже буду что-то тут делать. Нет как бы такой волшебной палочки, да, чтобы оно сбылось. Но есть другая часть нашего мистического мышления, которая говорит, вот, так, сейчас начнут завидовать, да, обязательно кто-то что-то мне подстроит, ну и тогда, понимаете, что можно сидеть с этим, с этой мыслью, да, с этой программой, что обязательно кто-то что-то подстроит, никому ничего не говорить, соответственно, может быть и мало в этом направлении делать, хотя это не факт, конечно, может быть что-то делать, но чем больше я имею, скажем, дополнительных каких-то идей к своему желанию, как, например, которые во мне оживляют какие-то страхи, какие-то сомнения, какие-то переживания, вот здесь как раз исполнение желаний уже стоит под вопросом. Потому что желания исполняются, когда вы все-таки наиболее энергетически, скажем так, у нас же тоже есть силы физические, энергия наша внутренняя, да, насколько вы к этому желанию чувствуете силы исполнения, да, спокойствие в этом направлении, да, то есть есть такое понятие еще, опять же, научное, это состояние мозга, альфа, бета, тета, и вот именно для того, чтобы загадывать желание, как раз суета и не должна быть, да, то есть я должен хорошенько разобраться в своей жизни, чего я действительно хочу, без суеты, отложить это все, чтобы никто не говорил, да, то есть выбрать какую-то некую свой центр, да, что для меня действительно важно, и двигаться. Не должно быть вот этой вот суеты и переживаний, это очень важно. Які способи є для загадування бажання, щоб вони, ну, принаймні, наблизили нас до їхнього здійснення? Ну, это уже конкретные такие шаги вы спрашиваете. Ну, если коротко, да, то есть это все разложить по полочкам, ну, первое, да, это выбрать действительно, чего я хочу, и понимать, что в этом пути, особенно вот у молодежи, да, они говорят там, вот, ну, нереально, не сбывается, или кто-то начинает что-то только делать, не работает. Здесь нужно понимать, что это ваш выбор в первую очередь, и на этом, этот выбор обусловлен понять действительно, чего я хочу, он будет понятный вам, когда вы это будете выбирать делать. И вот эти, да, пробы и ошибки, они вам начнут указывать именно ваш путь. Но чтобы в него отправиться, вы здесь в перерыве, например, спрашивали меня про коллажи. Да, действительно, есть такие коллажи желаний. Очень здорово это наполнится вот этой энергией исполнения желания.
Для чего? Чтобы повысить свою мотивацию двигаться туда, потому что, естественно, наши желания, они превышают в некоторой степени наши часто возможности, правильно? То есть нам нужны какие-то силы, и чтобы вот, как бы скажем, эта энергия у нас прямо была такая огромная, чтобы мы знали, что мы хотим, мы туда идем, да, и чтобы вот эта вот, скажем, внутренняя сила, она у нас поднималась. И тогда вот чисто психологически очень хорошо помогают вот эти визуализации, то есть можно представить бассейну себя, передачу, так, да, представить себя в той ситуации, что я, например, достиг этой цели, у меня это желание случилось, как я буду себя чувствовать, как я буду себя вести, кто со мной, может быть, будет рядом, да, то есть что я буду слышать, что я буду видеть перед собой, и прямо побыть в этом состоянии. А хтось, наприклад, на мобильный телефон заставку якусь, там, пляж, море и так далее, так? У меня там много разных там вариантов, и детей там на мобильный телефон тоже ставят, хотят детей родить, например, да, и это действительно мотивирует, да, то есть, но опять же, не должно быть некой такой вот гипермотивации, это тоже вот в этом плане может появиться. Что это значит? Когда я столько напряжения испытываю, чтобы вот мне надо достигнуть, мне это надо сделать, да, что мне там все дрожит внутри, и все спокойствие внутреннее, оно уходит, и тогда, конечно, человек, просто, ну, мозг не сможет вам помогать даже в исполнении этого желания. И, например, будет какой-то человек, который бы мог вам где-то рядом проходить и что-то говорить, что вам помогло бы, да, но вы это пропустите, потому что вы будете находиться в этом напряжении. Я знаю, що ще є блокноти, в які люди записують, що вони бажають, а потім відмічають, коли те бажання, да, здійснилося. Навіть там через 10 років мріяла, коли ще буде син, так? А через 10 років він лише з'явився. Ну, в принципе, нужно понимать тоже масштаб еще своего желания, да, вот я хочу сына, а, например, у меня даже не получается построить отношения там с девушками, да, то есть хотя бы надо раскладывать эти желания на уровни какие-то, да, то есть понимать, что я хочу, хотя на самом деле вот это искреннее желание, когда оно у вас будет, оно все равно будет указывать вот эту тропинку, вот эту дорожку, куда вы будете двигаться, найти девушку, построить с ней отношения, да, то есть может быть там думать про семью и как ее обеспечивать, да, эту семью. То есть какие-то практичные вещи, они все равно будут складываться. Особенно если есть такое вот искреннее желание родить, например, ребенка, да, или там еще какое-то желание. То есть оно вас будет мотивировать, двигаться куда нужно. Писать цели – это вообще, я считаю, очень целесообразно. И также разделять, вот, например, вы какие-то большие себе цели ставите, да, разделять их на маленькие шаги. И здесь еще очень важный есть момент. Но если вы уже действительно этого желания хотите, но делайте что-то в направлении этого желания. Здесь еще бывает так, что мы чувствуем неуверенность в этом пути, какие-то сомнения, опять же, страхи. А, кстати, еще маленькая заметка, я обязательно хотела об этом сказать, как понять, где мое желание, вот куда чувствуете сильный страх, и при этом есть еще интерес туда, да, вот страх. Если взять все страхи, разложить по полочкам, поубирать, да, останется ли тот интерес туда двигаться, это ваше желание, да. И еще очень хорошо посмотреть, чему завидуете. Вот там скрыт тот наш потенциал, чего нам действительно на самом деле хочется. Возвращаясь к тому, чтобы писать нужно, естественно, потом раскладывать на задачи, да, свои желания, какие маленькие шаги я могу делать. И так устроена наша Вселенная, так устроен наш мозг, что даже маленькая, вот маленький шажочек, который вы сделаете, он принесет, он может быть элементарным, например, там, ну, вот хочу там часто, да, то есть вчера только слышал, так, хочу там машину, да, кто-то там сказал. Хорошо, если я хочу машину, да, пойди посмотри хотя бы там, какую ты машину хочешь, да. То есть вот здесь как раз не важно, или подумай над тем, что будет первым, там, какую часть капитала, пусть ты положишь туда даже, простите меня, 100 гривен, да, вот в ту конверсию. Уже початок идти. Это уже начало, да. Вот маленькие-маленькие абсолютно шаги. На самом деле, я работаю в системном семье, подходе, и вот эти маленькие шаги, мы говорим про то, что бабочка порхнула в одной части мира, в другой части мира случилось цунами. То есть это все работает. Да? Дякую вам за те, що навчили нас загадувати правильно бажання. Ну і, звичайно, мабуть, хочеться побажати нашим глядачам, щоб вони, да, не лише, конечно, загадували так бажання, але і рухалися в напрямку до їх здійснення. Бо, звичайно, хочеться вірити в казку, що побажали і одразу здійсниться, але не все так просто, як нам здається. Нагадаю, що в нашій студії сьогодні була Анна Демир-Палат, і ми разом із нею вчили і навчали вас, як правильно потрібно загадувати бажання для того, щоб вони обов'язково здійснилися.